желаю счастья до небес, изведать всех земных чудес, познать любви божественную силу и видите мир прекрасным и счастливым. Эти стихи для вас, мы вас любим. Ну а сейчас, как обычно, о праздниках 11 мая. Поехали! Праздник – национальный день, когда можно есть то, что хочется. Международный праздник – День Матери. День государственного герба и государственного флага в Республике Беларусь. И праздник Калачакры. Сегодня еще есть необычные праздники. Праздник приятных ожиданий, День ожидания Мэри Поппинс и День глаженных шнурков. А в народном календаре – береза сок. Именины в этот день отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим. В этот день в истории есть знаменательное событие. В 330 году состоялась церемония освящения Константинополя. В 868 году в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра». В 1881 году опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти. В 1927 году основана Американская киноакадемия искусств, учредившая премию «Оскар». В 1939 году начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол. В 1949 году королевство Сиан переименовано в Таиланд. Еще в 1949 году Израиль принят в члены ООН. В 1964 году основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». И в 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница этого государства Аста Арора. И родились в этот день, в 1720 году, барон Мюнхгаузен, немецкий знаменитый рассказчик. В 1855 году Анатолий Лядов, русский композитор, дирижер и педагог. В 1864 году Этель Лилиан Войдич, английская писательница, автор романа «Овод». В 1902 году Кирилл Москаленко, советский военачальник, маршал и дважды герой Советского Союза. А в 1904 году Сальвадор Дали, испанский художник, сюрреалист, писатель. И в 1937 году Георгий Шенгелайя, грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Грузии. На сегодня все. Спасибо, что вы нас посмотрели. В заключение хочу вам сказать, порой мы даже не замечаем, что наши мечты сбываются. Не забывайте ставить лайки. Всем пока!